Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас день 39. 62,3 HP осталось. Давайте запустимся, посмотрим, какие будут начисления. Погнали. Так, пошли первые начисления. 0,65. 24 монетки. Так, следующее начисление будет по 0,80. Здесь 32 монетки начислили. Так, следующий удар пошел по одной монетке. По одной монетке, да. Так, здесь 38 монет начислили. Так, по 0,90 опять пошло. Так, здесь 32 монетки. Все правильно. А, 34 монетки. Ну, еще 0,2 сейчас посмотрим, как будет. Так, по 0,75 идет. Получается одна энергия, 158 монет. Средняя 31. Все, иду дальше, ребят, позже включусь. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так, ребят, пятерочку прошел. Такая слабая пятерочка. Даже, наверное, не будет 30 средней. Сейчас посмотрим, не дотянет он. Были начисления по 0,25. Вообще в шоке. Такого еще, по-моему, никогда не было. Ну, 29,9 средняя где-то вышла. Опускалась вообще на 22. По 0,25 несколько раз било. Пауза, ничего не помогала. Все равно било по 0,25. Иду дальше. Ребят, смотрите, средняя получается 30. 10 энергий пройдено. 10 энергий прошел. Меня прям удерживает в районе 30-31. Никаких ни прострелов, ничего нет. Вот такой показатель 2334. Ну, это 31 показатель. С копеечкой там буквально вообще немного. Немного свои мысли поясню. Вот 2 дня назад у меня там начисления были 2700. Позавчера у меня были 3931. Я думал, что вчера будет плохие начисления. Вчера были опять 3925 или 28, что-то такое. Вот. Это получается позав... 2 дня назад и позавчера. Если общее сложить, там выходит моя средняя. Если сложить сегодняшнее, я больше чем уверен, я получу где-то 3-3100, может даже 2900, не знаю, как сейчас дойду еще пятерочку. И вчерашние. Вчерашние и сегодняшние, это выходит опять моя средняя. То есть... Есть средняя, и выше нее ты никак не прыгнешь. Хоть ходи, хоть не ходи, хоть лови, хоть не лови, как говорится. Потому что не раз замечено. Один день прям хорошо сыпет, другой плохо. Или 2 плохо, потом 3 хорошо. И все равно есть статистика, есть наша таблица, которую я веду. В ней четко все цифры показывают о том, что есть средняя, и вот он ее придерживается. Я прям уверен, что сегодня уже никаких прострелов там не будет. Будет в районе... 2900-3100. Вот, иду дальше, посмотрим. Так, ребят, прошел двадцаточку. Четвертая пятерка самая наимощнейшая получилась. Средняя у нас здесь 33,8. Прекрасный результат. Ожидал худшего. Сами видели, как все шло. Так, в долларах это у нас 1292 Солани, 61,7. Все, ребят, вот такой показатель сегодня. С вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал, ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.